Привет тебе, зритель за экраном. Сегодня мы поговорим на такую тему, а вредит ли секс спорту? И спорт нифига не вредит сексу, и секс не вредит спорту. Никто никому не вредит, никто никому не мешает. Если, конечно, без фанатизма. И секс, он вообще там так мало калорий расходует и сил, что организм этого просто даже не заметит. Поэтому можете чпокаться, устраивать шпили-вили, не опасаясь за свои силовые. Это наоборот только на пользу. Вот, и секс еще никогда никому не вредил. Вот, единственное, что не стоит устраивать шпили-вили перед соревнованиями, там уже за 23 часа или перед тренировкой, потому что вы же там, если выложились хорошо, то, конечно, тренировки вам будет тяжело. Ну, а так вообще пофигу. Можно всем этим делом заниматься, не опасайтесь, и не стоит воздерживаться тоже, потому что длительное воздержание вредит вашей половой системе. Могут даже быть спайки семенных каналов запросто, если очень долго воздерживаться, потому что половой системе нужно постоянно работать. Нужно постоянно там по каналам, как говорится, прогонять, трубы прогонять, вот, чтобы не было застоя и чтобы тестикулы нормально работали. Вот, потому что если они не будут нормально работать, они потом туго вам придется. Вот такие вот дела. Так что секс, наоборот, для спорта хорошо. Нормальный здоровый секс, допустим, раз в день или хотя бы раз в два дня должен быть, хотя бы даже для того, чтобы расслабиться, потому что когда ты молодой спортсмен, у тебя много гормонов играет своих, там, даже если ты ничего не принимаешь, и тебе нужно как-то куда-то энергию свою сексуальную девать. Вот, и вот туда и девайте. Ну и в зале, конечно. Так что не опасайтесь. А то, что там наслушаться всяких идиотов, там, которые говорят, что надо воздерживаться, там, длительное воздержание, что секс, мол, там, типа, старит нас быстрее, там, еще что-то портит, секс нужен, там, типа, только для размножения, там, ну, это уже эстезии этих самых, как их там, верующие, которые, вот, богомольные, ну, это уже фанатики, поэтому не обращайте на них внимания. Если хочется вам, там, то делайте. То же самое с женщинами. Ну, женщинам здесь в этом плане как бы попроще немножко. Ну, понятно, что им тоже нужно. Но у них, по крайней мере, там ничего не спаяется, ничего не застоится, как у мужчины. Вот. И женщины, я знаю, много таких, которые там, ну, в меру каких-то причин, они очень долго воздерживались. То ли мужчина не тот был, там не попался, там, да, не понравился кто-то, то ли просто не хотелось. Там разные женщины бывают. А есть такие вообще, что там за уши не оттянешь. Вот. Так что все хотят, все делают, а если говорят, что не хотят, и значит врут, вот, потому что это такое дело, которое нужно всем. Так что, чуваки, мальчики и девочки, устраивайте шпили-вили для спорта, это наоборот полезно, для жизни полезно, вообще для сфер, всех сфер деятельности человеческой, всех нашей жизни, вот, это только на пользу, и голова лучше работает, и не такой агрессивный становишься, когда расслабляешься нормально. Вот, а если еще есть у тебя партнер такой хороший очень, которому питаешь чувства, вот, то это вообще круто. Так что с вами был Ткаченко Сергей, всем пока!